Забрал сегодня свой новый шлем. Крутой, классный, модный, молодежный. А, вот такая моделька LS2, дрифтер какой-то, вот это вот, посчитайте, да? Все круто, все очень классно сидит, просто пушка, песня, ракета, гонка. Есть в комплекте вот такие фликера, да, и условная инструкция. Тут две модели шлемов и условно вот клей так. Но, во-первых, формы наклеек радикальным образом отличаются, скажи, Джейкоб, да? Есть вот какие-то непонятные прямоугольники со скругленными краями, есть вот такие вот штуковины, сейчас на кота реально наклею. И у нас, получается, есть дизайн, в который вот эти наклейки абсолютным боком никуда не вписываются. Ладно, вот эти штуковины еще, я их, не знаю, наверное, сюда-назад наклею. Вот, типа что-то вот, наверное, вот так вот, возможно. Ну, чтобы хоть как-то, да, был светоотражающий элемент сзади. Спереди я не уверен, что буду вообще что-то клеить, потому что абсолютно не хочется портить вид вот этой вот красоты. А, вот эти безобразные цилиндры, реально, вот сейчас на Джейкоба наклею, вот так вот будет ходить, чтобы я еще что его в темноте увидел сзади. Все. А так вообще пушка, песня. Ищите. Очень классно. $100.